что ж, продолжим немножко еще поиграем в эту игру. На самом деле очень интересно, ну, в том плане, что она атмосферная, что ли, как бы. Ну не знаю, я вот повторялся уже в предыдущей серии, что игра чем-то заинтересовывает. Непонятно пока чем. Я не могу сказать, что здесь просто эпичный какой-то сюжет. Но знаете, какая-то мягкость, какая-то такая вот приятность. Есть какие-то вот... есть, может быть, дух вот этого путешествия опять проснулся во мне, не знаю. Потому что в Майнкрафте, по крайней мере, он уже так давным-давно пропал. И там всего лишь занимаешься тем, что просто крафтишь. Также я вот немножко построил домик, уже такой вот, как бы такой вот, да. Единственное, что еще я не нашел, где бы мне, так сказать, взять стекло. Вот стекло, где скрафтить, я не нашел. Но, скорее всего, есть же еще приборы, поэтому вполне может быть и там. Я вот сейчас собирал грибы, чтобы скрафтить вот эту машинку. Также я хочу себе скрафтить немножко забора, так сказать, для декора. Ну и, конечно же, вот этого всего. Потому что дом, как видите, еще не закончен. А вот это вот место кирок или каких-то там устройств для копания присутствуют. Вот у нас такие вот книжки, которые в данный момент вот копают. Эта книжка сможет копать мне камень. Вот так вот. Потому что книжка, которая у нас... Да, вот этот камень, который я уже не мог копать. И это интересно уже. Вот я уже какую-то руду нашел. И, как видели, там следующая книжка, это какая-то... Кстати, вот не могу почему-то. Следующая книжка, это которая будет у нас копать обсидиан. Так, это что это такое? Или это вообще нельзя копать? Она даже каким-то не красным, а каким-то невероятным цветом. Бирюзовым, может, какая-то, ну, я не знаю, супер гора. Ладно. Я думал, я благодаря этой книжке вот начну вот эту руду копать, а почему-то не получается. Пока я сделал себе небольшую такую шахту. Ну, для того, чтобы продолжить, конечно, нужно деревья делать. Но мне так лень деревья делать, что... Ой, не делать деревья, а копать деревья. Поэтому мы попробуем скрафтить вот этот вот прибор. И нужен койл. Так. А как у нас... Роется койл. Может быть, вот благодаря этому экстрактору как раз таки. Потому что что-то там было написано. Ну-ка, вот давайте попробуем вот так вот. Может быть, благодаря ему. Вот, смотрите-ка, как забавненько. Ха! Круто! Ну это я... Круто! Мне нравится. То есть мы какой-то такой прибор поставили, который у нас вот тут перерабатывает уголь. Прикольненько, очень прикольненько. Мне нравится. Прям такие, знаете... Так... Не круто. Хорошо, а если вот так мы поставим? Вот, все. Вот теперь симпатично смотрится. Единственное, бы мне еще бы какого-нибудь. Вообще я хотел посмотреть, вставится ли факел на них. Вот так. Отлично. Надо еще земли, потому что мне там не хватает для моего огорода. Конечно, уголь долго так будет производиться, но я так понимаю, все материалы так вот будут в какой-то степени производиться. Потому что... Так. А интересно, вот зарастет вот эта земля травой? Ну, здесь. Хотя, если... Если здесь есть крипер, то, думаю, и земля зарастет травой.
сделаем сейчас себе быстренький такой. Потому что здесь с освещением как-то на самом деле немножко муторно. То есть, видите, вот, а вот здесь вот как-то уже темно, что ли, получается. Ладненько. Также я хотел бы, наверное, так как сверху-то вроде бы мне ничего не валится, но все равно хотел бы крышу-то закончить. Чтоб в моем, так сказать, по-моему... Да. Он закончил. Круто. И... Ага. Таких приборов мне нужно миллиарды. То есть, чтобы для руды копать, нужно их... А они делают... Ну, они, в принципе, делаются легко, так что, думаю, не составит это никакого труда мне наделать их. Как раз-таки я сейчас вот... Нет, вот так вот камень. Наделаю прям много. По-моему, из камня же, да? А, нет, из дерева. Ну ладно. Обсидиан рот. Это, кстати, супер экстрактор, который я купил. Ладно. Так, сундучок я скрафтил, поставил. Ну, в принципе, сундучок здесь не так уж прям. Как-то. Так, ладно. Фордж. Фордж-блок. Странный какой-то тоже форч-блок. Защитный, что ли? Поставим его здесь. И... Угу. Ни одного рецепта нету. Ну, скорее всего, возможно, я еще не дожил до него. И... Все. Basic крафт кончился. Базовые крафты кончились. Ну ладно, кончились. Ничего страшного, в принципе, в этом тоже нету. Так, это я не то сделал сейчас. Ну ладно. Вот так вот надо было добавить. Так, и выше крышу сделать. Здесь только вот, наверное, надо убрать. Ох, можно сфоткать еще, кстати. Ой. Ой. Хочется сделать нормальный домик, честно говоря. Да что ж такое-то? Оп. 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 С чердаком. Ну, как сказать, с чердаком. Так уж. Или не надо мне это пока что. Честно говоря, медленно делается это все. Деревянные штучки. Тогда мы сейчас здесь закажем вот прям по максимуму, так сказать. И обсидиановый power cell. Странно. Обсидиан. Ну, чтобы добывать обсидиан, что ли? Так, потом... Каменный сундук. Смотрите. Асфальт. Забавно. Возьмем. Воспользуемся им. Прям добудем немножко еще угля, потому что... Мне кажется, уголь здесь понадобится в большом количестве. У нас, я так понимаю, тоже уголь какой-то. Ну да, тоже уголь. Нажил угля, так сказать. Нарвался. А обсидианы... Ой, не обсидианы, а супер какой-то экстрактор. Он, наверное, просто, ну, в 1000 раз быстрее это все будет делать. Ну, как в 1000 раз. Ну, просто быстрее. Так, давайте попробуем еще ниже спускаться. Будем копать сейчас. Интересно, где здесь... Так сказать, есть предел. Если здесь есть типа что-нибудь типа ада, то есть также можно там телепортнуться в какой-нибудь подземный мир, я буду вообще очень смеяться.
Но, честно говоря, даже похожесть Майнкрафта, она не отторгает эта игра, честно говоря. Ну, по крайней мере, пока что. Может, просто она то, что новая. И я тут еще много что, так сказать, не нашел. И интересно все это. Когда, может быть, я все изложу, мне станет не по себе от ничтожности этой игры. Что-нибудь в этом роде. Так, ладненько. Все-таки придется, похоже, дерево рубить, потому что, я смотрю, дерево не хочет у меня просто так. Так, я не смогу, наверное, залезть. Уже на этот. Да. Ну и ладно. Пойдем другое дерево рубить. В принципе, тут без разницы, что рубить. Но добывать нужно все. Даже вон те, вон. Даже прибавить. Вот там, вот там наверху, это соты. Ну, соты, мед. Пчел я, конечно, что-то не увидел, но вот соты, мед нужен для производства всяких приспособлений, механизмов. Ну, как уж. Как клей работает, что ли? Так. Заберем у него. Там какая-то то ли жир, что ли, какие-то, то ли еще какая-то штучка нужна нам. Смотрите, злой монстр остался под деревом. Берем. Веревочка с него упала. Круто. Так. Ну, пещера какая-то. Пещера — это тоже круто. Пещера — это интересно. Так, сейчас попробуем осветить. Так, по-моему, это какие-то грибы. Просто они синие. Вот так вот, если... Почему я их не могу собирать? Это странно, конечно. Так, ну вот уголь тоже. Я просто, мне интересно увидеть какую-то другую руду. Пока что я не вижу. Просто вижу синие грибы, кости и уголь находил. И всякий разный, разнообразный камень. Так, юнитарфу. Ага. Юнитарфу. Фул мой, фул инвентарь. Так. А чем он забит-то? Вроде же нет. Нормально вроде. По-моему, они пишат лишка. Цветочки. Игра, честно говоря, на какой-то момент... Ну, как бы... Как бы это ни звучало, но она... Какая-то как будто детская, что ли. Милая, вот так бы я сказал. Ну, даже персонаж наш, вот. Такой мальчик миленький. Притом, кстати, когда вы регистрируетесь, нельзя выбрать девочку. То есть, это регистрация, по-моему... То есть, как бы вы выбрали там вначале... Вот, у меня, короче, от Стима координаты мои, так сказать, перекинулись. То есть, там мужской пол, там ты дон сюда. И как скин девочки был закрыт. Что они недовольны? Света, конечно, от факелов вообще категорически не хватает. Так, можно так. И давайте еще наделаем. Потому что этот... Так, Coil Torch. Обсидиан. Такой вот камень можно сделать. Так, и здесь всякие веревки можно видеть. Так, здесь, значит, тоже камень, веревки. А веревки делаются из лиан, по-моему. Смотрите, каменный stone fence. Вот этот globe of go. Непонятно, из чего делается.
Ладно. Странные все-таки материалы. Так, но нужны соты и нужны вот так вот веревочки нужны, вот штуки 4, потом вот эти бутылки переделать, не переделать, непонятно. Ладно, пускай веревки сначала доделает. Мне бы вот этот жир где-нибудь добыть. Жир добыть, жир. Так, вот давайте купим вот здесь Building Adventure Jump Jumpers. Купим вот Castle Pack. Ага. То есть я блоки вот эти покупаю, да? Которых мне сразу дадут. Нет, не хочу. Здесь у нас каменный, сразу Obsidian Power Cell дают. Здесь такой набор. Ну и здесь такие вот камни. Это просто, я так понимаю, камни можно купить разные, да? Здесь вот открывает такие блоки, здесь открывает такие блоки и салют. Великолепно просто. Просто они молодцы, просто магазин шикарен, невообразимо крут. Я бы так даже сказал. Честно говоря, какая-то ерунда, потому что... Так, веревочки есть. Теперь, да блин, непривычно выход. Выход непривычный. Вот это что за интеракт? Интеракт. Ладно, посмотрим. Все, веревки есть. Чего не хватает-то? К примеру, не хватает. А, опять. Блин. Так, кожа. Кожа, кожа, кожа. А кожа у нас вроде бы была где-то. Вот кожа. Есть. Есть кожа. Растения сюда поскидываем. Все тогда. Ну и грибы пускай здесь будут. Так. Ну, я могу вот сделать себе перчатки, получается. Или шлем. Шлем тогда лучше сделаю. Рандом. Саунд алхимии из... То есть алхимический какой-то итм, что ли? Как-то так получается. Так, где наша каска? О, вообще просто шикарен мужик. Ну ладно. Будем рыть тогда. А, я же ступеньки хотел сделать. Да, все, я вспомнил, что я хотел сделать. Возвращаться я уже за ступеньками не буду. Интересно, какой-нибудь момент там внутренние пещеры есть и как бы распространяются ли они до какого-то определенного там момента, пол, что ли, так сказать. То есть когда карта, а кстати, карта что-нибудь такое нету, карты никакой нету вроде бы, ну на М по крайней мере ничего не открывается. Вот, все, понятно. Похоже, я нашел какое-то железо вроде бы. Ну или камень какой-то просто. А может это и есть обсидиан. Сейчас заценим. Магнетит. Магнетит. Странно. Что за магнетит? Что-то странный какой-то ресурс. Шахта так пока еще небольшая и не маленькая. Грибы вот, ну что за синие грибы, неужели это исключительно синий цвет? Я в какой-то только потом как-нибудь могу делать. Странно. Ну ладно, как бы мне синие грибы. Оп, это сейчас что такое было? Подземный глюк.
Пойду я лесенки сделаю. Это меня раздражает так потом запрыгивать. Так, кстати, а вот это вот, кстати, не похоже на уголь-то. Может, это как раз-таки есть обсидиан? Ну-ка, сейчас мы его копнем. Прикольно. Прикольно работает, звук такой классный издает. Забавненький. Так, здесь ничего нельзя делать с этим. Small potion, crafting table, mother in... Wait, crafting. Так, ну-ка, какую-то бутылку из копытца и синего цветочка сделаем. Интересно. Так, попробуем, кстати, один факел сделать, потому что, может быть, этот факел освещает намного, ну, больше территорию, и это тоже интересно. Также мне нужно... Я хотел, но не получится, потому что нужен какой-то клип, и я его вообще просто катастрофически не могу нигде найти, потому что, по-моему, он падает исключительно с монстров. О, пойдем-ка грохнем. Опаньки, заметил меня. Ты сдохни ты. Вон. Даже порох дают, это жесть. Ну, конечно, нет. Ну, так, такое слезание, конечно, не должно быть в игре. Закрывайся. Дверь, конечно, неудобно сделана. Блин. Так. Отлично. Ох, нифига себе, сделал бутылку. ТНТ, смотрите, Explosion бомб, какая-то стан бомб, ну, медиум. Круто-круто, это мне нравится, когда открываются какие-то моменты интересные. Ну, то есть, вы играете, какую-нибудь вещь одну нашли, и тут все изменилось кардинально. Так, ну, я думаю... Из-за пороха я такие вещи начал, сумел, точнее, получать. Вот это асфальт, так. Другой вопрос, wood burning lamp. Деревянная какая-то лампа. Так, посмотрим, на что у нас способен факел. Из... Какой-то глюк. Я так понимаю, его... А, вот, поставить можно так. Ну, вот это совершенно другое дело. Он освещает куда больше, чем этот факел. Поэтому поставим его здесь вот. И... Нет, нет, не так. И вот так вот. Совершенно по-другому теперь все выглядит. Это здесь так поставим, а это просто уберем. Вот все. Ну вот, уже так сразу освещено стало. Все, нормально. Так, я отскочил от стены, разогнавшись об нее. Так, мне сразу интересно, я хочу сразу все бутылки сделать. Так, также сено я, по-моему, делал, да. Кожа, какие-то кристаллы. Грибы, камни, порох и... Смотрите, blue carpet. Голубое дерево. Ну, я так понимаю, просто я всякие расцветки теперь могу менять, но все равно интересно, давайте сделаем хотя бы по одной, по одному цвету, точнее, так сказать. Так, посмотрим, что у нас тут наши приборчики выкопали. А, ничего не выкопали даже, нифига себе. Обсидианор, отлично. Отлично, обсидиан нашли, это супер. Это прикольно. Так,
Надо вот их еще прям вообще немереное количество. И прям я сейчас обсидиан-то скрафчу. Ой, я сейчас... Давайте, заканчивайте уже работу. Прям видно, как они раздрабливают. Очень классно, мне очень нравится, как сделаны эти машинки. Прям вообще милота. Так, ладно, ступеньки тоже пока не могу сделать. Какой-то жир, клей нужен, скорее всего, это. А клей где-нибудь... Я даже не знаю. Ну, клей, по-моему, и делался всегда из жира, вроде бы. А, это мыло вроде бы делалось из жира какого-то. Или я ошибаюсь? Ладно, не ругайте меня. Ой, не то открыл. Не ругайте меня, если я что-нибудь путаю конкретно. Потом путаю. А то ютуберы, так сказать, любят посмеяться над ошибками других. А я так часто ошибаюсь. Ничего, придет время, когда... Так. Ну, вот это, конечно, не круто. Ну, тогда поставим так. В чем проблема, да? Какой-то глюк. Глюк с факелами был, но это неизбежно. Рано или поздно какие-то моменты исправятся. Так, ну и все, у меня сразу тут всякие разнообразные ковры появились. 8 штук. Давайте как сделаем. Вот так вот заберем. И раз, два. А, ну, один только могу сделать. Ну ладно. Неплохо. Так, обсидиан. Давай. Давай, сейчас мы тут еще. Классный звук просто. Мне очень нравится этот звук. Прикольно. Так. Обсидиан, обсидиан, обсидиан. Это круто. Так, значит, мне теперь нужны какие-то слитки. А ну, слитки, значит, здесь делаются. Нет, не угадал. Понятно. Давай. Смотрите, как он сразу заработал-то. Взбодрился, какой сразу приборчик. Понятно, значит, это какой-то он, так скажем, дробитель какой-то или что-то в этом роде получается. Так, здесь мне не хватает какой-то веревки, которую фиг пойми, как получить. Ну и ладно. Хотя, в принципе, давайте побольше его закажем, потому что я боюсь, что... Ага, ну все просто оказывается. Три машинки, в принципе, здесь разнообразия большого не будет. Давайте убежим подальше. Я бы хотел еще один приборчик попробовать. Это телепортный камень. Камень телепорта. Ну и вот как раз походим по... Ой, ножку сломал. Вон крабов. Точно, крабов погоняем. Интересно, с них какой дроп. Так. Ну, какой-то что-либо типа удочки я не видел. Так вот, можно, кстати, взять вот этот вот блок, посмотреть, что из него можно сделать. Эй, краби, краби. Он второй. Ну, понятно, он. Это я даже не сомневался, что он... Нифига себе. Они лупят как... Так, круто. Кость и земля. Это просто, по-моему... Или что это? Мут какой-то, мут. Я, честно говоря, не знаю, что это. И гадать даже тоже не собираюсь, поэтому... Поэтому просто пускай оно будет. Так, единственное, я бы еще скоротил себе бутылок и побольше. Так, нужны теперь... По-моему, я вижу сундук. Да, я вижу сундук какой-то. Так, красные грибы сейчас. Сейчас мы их спылесосим. Ой. Так, все. Да хватит уже бутылки жрать.
Так, как бы наверх подняться. Так, это у нас грибы. Коричневые потом. Ой. Ну как-то отпрыгивать так забавно от... Точно сундук, круто. Это меня радует, что... Ух ты. Ну, масло и... Нормально, короче. Все, забираем, конечно же. Конечно же, забираем все. Так, так, так. Что тут еще интересненькое можно найти? Всякие каньоны. Опять грибы. Звуки какие-то странные. Звуки. Так. Так. Ладно, давайте попробуем вот этот кристалл. Потому что... Вот. Вот, отлично. Отлично. Супер, то есть можно убегать далеко и, ну, так сказать, не потеряюсь никогда. Это круто. Сейчас мы... Ага, смотрите, стекло можно делать. Круто. Ну, в том плане, что... Я же как раз говорил, а здесь кирпич, понятно, это значит глина была. Вот это мут глина, что ли. Ну, это какой-то вот кирпич получается. Вот отецка. Так, и теперь, значит, мы можем вот такой вот обсидиановый блок делать. Не знаю, что он у нас открывает. Он, я так понимаю, открывает какие-то новые крафты. И, ну, не только крафты, еще он может... Ломать что-то крутое. Так, 8 штук. 8 штук, 4-4. Давайте вот здесь вот сделаем такой вот красивый ковер. Себе положим. Как будто из семечек выложен. Так. Вот и дождался я своего стекла. Поставим. Ну, прям смотрите, даже отражение есть стекла. Очень прикольненько сделано. Так, другой вопрос, что мне теперь нужно бы... Чего-то мне нужно так. Так, вот это положим, это положим, это тоже положим. Пока что это мне не нужно. Главное не забыть, что оно у меня есть, если понадобится в крафте. Ох ты, смотрите, новая кепка. Obsidian Helmet. Понятно. Скорее всего, это я ее могу скрафтить, потому что я скрафтил обычную кепку уже. Так, что же еще здесь можно? О, лампы можно скрафтить. Это как люстра уже даже получается. Ну и также я дальше, наверное, все-таки продолжу копать. Потому что интересно, что там в конце. На этом я пока заканчиваю. Посмотрим, что... будет в следующей серии и будет ли в следующей серии, потому что вдруг больше я здесь ничего не скрафчу. Ну, хотя хотелось бы броню там докрафтить и достроить свой домик, каких-нибудь монстров поубивать новых, попутешествовать и, скорее всего, куда-нибудь... А, вот так вот можно просто правой кнопкой, да, круто. Не обязательно F нажимать, кстати. О, круто, круто. Вот это я первый увидел, прочитал только. Ну, управление вообще наилегчайшее, кстати, получается. Замечательно, я должен ресурсы на Yellow Concrete поставить. Чёрт, зелёный смотри. Понятно, ладно. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, если есть вопросы, задавайте. Ставьте лайки побольше, советуйте друзьям. Если у вас есть желание поиграть со мной или тут попутешествовать, что-нибудь поделать, я не знаю. Хотя не вижу пока смысла здесь что-то пока что делать, но не знаю. То есть пишите, оставляйте комментарии, оставляйте какие-то надписи. Всем всего хорошего, удачного дня. Всем пока.